Привет, привет, мои прекрасные друзья. Это мои инструменты. Итак, видите, я замульчировала вот эти грядочки с этой с рассадой, для того, чтобы там лишнего ничего не вырастало. А еще я не показала вам смородинку. Ну и дальше мы пройдем. Ну, это тут у меня бобовые, вы знаете, гороховые. Дальше идет тыквенные. Да, до этого были посленовые. Я не буду об этом подробно, потому что в прошлый раз это было. Значит, это у нас черешня расцвела. Дальше посмотрим, кто это у нас. Подозреваю, что груша. Кто не взошел? Это черная черешня. Вот три дерева. Видите? Что-то они у нас погибли. Вот. Все остальные, кто зацвел, кто листьями покрылся. А у нас много чего. Ну вот 4 черных черешни. У кого это 4 черненьких чумазеньких чертенка, а у меня 4 черных черешни. Не взошли. Так, это персик. Дальше плохо просыпается. Абрикоска. А вот тоже кто-то не проснулся. О, я не видела. Так, четвертое деревце. Этот, надеюсь, проснется. Видите, кто-то цветет, а кто-то не очень. А это моя вишня. Мы ее подстригли. Уж больно она была буйной. И вот опять черная черешня. Видите? Не получилось. Ну ладно, посмотрим. Может, гроза нам поможет. И дождь. Посмотрите, какие черные облака. А там было все голубое, красиво. Боже, я забыла же вам показать газебо. Ой, мне же построили ребята, Антон и Лешенька. Так, это мы все инспектируем. А там вот лещина. И ребята не знали, там у меня посажена голубика за можжевельником, но подозреваю, что фокус не удался. А вот у нас расцвела, расцвела. Будем собирать урожаюшку. Так, шикарная схожесть. Знаете, у кого? У груши. Груши, персики, абрикосы хороши. Там у меня лещина. А вот здесь должно было быть что-то хорошее в виде черники. Вот там. Но там оказалась мойка. И фокус не удался. Но при этом что-то интересное и красивое у нас расцвело. Короче, тут будет орех. Фундук. По-украински это лещина. Дальше посмотрим. И, по-моему, нам нужен еще с вами миндаль. Как думаете? То у нас есть заросли крапивы лечебной. Насобираем, будем для волосиков шампунь голову мыть. И дальше такая тропка у меня. Интересно, вот здесь не получилось у нас с черникой. Но может получится дальше. Мы вообще будем пытаться и дальше что-то делать. Ну и есть у меня розмаринчик. А это, наверное, от бывших хозяев. Лучший случай малина, худший случай ежевика. Ну и вот этот орешек. А вон, смотрите, какие хорошие тюльпашки. Помните, я вам показывала? Так, ну давайте от тюльпанов к нам на лещину. Можжевельник. Джин-тоник вас будет ждать. А знаете, если положить ветки, лапы нарезать от можжевельника, да положить под кровать, у вас будет фитонцидная ночь. Ну все, посмотрите, какое темное небо. А мы поливаем. А тут будет дождь, я надеюсь. Хотите интересности с газеба? Давайте покажу вам качество. Там прям красота. Согласитесь. Хорошо, что мы в прошлом году купили возле Айка. Или в Айка мы мебель покупали. На улице было. Помните, мы взяли в полцены и качели. И мебель. Ну, в общем, как-то так. Посмотрите, какие красоты. А мы идем с вами поливать. Нет, я не снимать. Я поливаю в параллели. Так, значит, мы с вами завершили вот эту часть. Грушка у нас очередная, большая. И все, ввиду того, что тут нервные люди в округе, нам надо красиво завершить. Вот правда красиво. С чего начали, где мы завершим. Это наши приборы, а это наши розы.
Чао-чао, мои прекрасные друзья.